390 лучших боксеров Украины 12-13 лет на прошлой неделе сражались за медали на ринге в Бердянске за звание чемпиона Украины. В соревнованиях приняло участие и два воспитанника нашей КДУ США – Ефрем Кудрин и Данила Рыбченко. Ефрем стал победителем, а Данила получил серебряную медаль. Как удалось достигнуть такого результата и был ли ты уверен, что дойдешь до финала хотя бы? Да, был уверен. Уверен был? Да. А когда ты увидел противников, ты сразу понял, ну, с этими я запросто. Да. Да? Я таких чисто на завтра кушаю. Сколько было боев, сколько побед? Я так понимаю, все досрочные, да? Не, не досрочные, но 4 боя. Самый тяжелый соперник был откуда? Запорожье. В финале? Да. Бердянск. Да, мне прошли отлично, но чуть-чуть не хватило физики, чтобы победить. То есть так, в финале ты проиграл? Я так понимаю. Да. А кому? Мальчику из Днепра. Из Днепра? Да, моего возраста. Моего возраста. С твоей точки зрения, не хватило именно физики или тактики, или он похитрее был, или вот что не позволило тебе, как и ему, вот приехать с кубка? Побороть страх. Побороть страх? Да. Он такой страшный был, мальчик? Нет, просто я испугался. А ты испугался? Да. А следующее соревнование, в которых ты будешь участвовать, или ты пока еще не знаешь, куда? Кима. Куда? Кима. А, турнир Кима, да? Да. Я понял. И там собираешься? Точно победить. Да. На турнире Кима что от тебя ожидать? Или ты там не участвуешь? Это мелкое соревнование для тебя, ранга меньше. Участвую. Это ж наш родной. Ага. Родной турнир? Ну да. И ты там? Ну, буду участвовать и думаю, выиграю. Думаешь, выиграю? Ну да. Вообще команда Киевщины заняла 4-е общекомандное место, выиграв 12 медалей, 3 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. Наш тренер Игорь Глущенко так оценил выступление наших спортсменов. Ну, рассчитывали. Я на Кудрина рассчитывал, что он выиграет. А на Данила, если честно, нет. Он 7-й год еще младший. Там 7-й они отдельно боксировали, как от 6-го. То есть их там разделили, да. Данил... Тяжело было, первые соревнования у нее такие уже. Ну, чемпионат Украины первый раз, Кудрин-то уже боксировал, поэтому ему тяжело было. Психологически, взвешивание же каждый день, 400 участников. Победители и серебряные призеры получили приглашение в подготовительный лагерь юниорской сборной Украины, которая в конце ноября проведет сборы в Коломые. Там же участники примут участие и в турнире сильнейших.